Ребята, если вам нравится Pixelmon, то не забываем поставить лайк. Если вы не знали, но лайки дают большую мотивацию для записи еще одной новой серии. Плюс к тому, вы сможете попасть в музей подписчиков не только если будете активно оставлять комментарии под видео, но также если будете активно ставить лайки под каждым новым видео. Еще один большой плюс то, что если серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков, то еще одна новая серия, то есть получается две серии за один день, выйдет чуть-чуть позже, а точнее вечером. Поэтому выход новой серии зависит полностью от вас. Я надеюсь, вы меня поняли и надеюсь, что вы запилите очень большой палец вверх за новую серию, за то, чтобы попасть в музей подписчиков и за то, чтобы еще одна новая серия вышла сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И ребята, сейчас мы дальше продолжим путешествовать, искать новых покемонов, охотиться на шайни, боссов и... Я даже не знаю, стоит ли говорить о легендах, потому что они вообще не спамятся. Ну, ладно. Ух, нетбол. В предыдущей серии... Так, давайте вот это возьмем. Чтобы выложить. В предыдущей серии мы, в принципе, не знаю, не скажу, что много чего сделали. Мы словили Сквиртла, одного стартовика, уже, в принципе, нормально. И пол серии провозились с конченным Майнтайном, или как он там называется, я уже даже не хочу запоминать или что-то делать, потому что вот эта зараза. Твою зараза. Ну, мы на него потратили 20 разных болов. Где-то один левел болл, и плюс к тому где-то, ну, около, ух, нихрена себе, около 20, около 20 ультраболлов, ну ладно, не 20, но где-то 18-17 ультраболлов, что, в принципе, очень дохрена, если честно, и так мы его даже не словили, ребята. Так, ладно, опа, там еще кто-то. Я надеюсь, ты не в земле. Через зард. Тебя еще. Ну, сейчас. Ну, не успел я поменять. В принципе, волны против вот этого огненного понятно. Но я не успел поменять. Ладно. Электробол, Thunder Wave. Класс. Это кто у нас? Джуду, да? А где он? Походу под землей, да? Ну, ладно. Это кто? Джуду. Он тоже, походу, под землей. Ребята. Так, где наш, вот он, полетели дальше, кто вообще, ну, в принципе, то, что мы над океаном летаем, это, с одной стороны, хорошо, о, шани, а кто, Голбат, я не хочу Голбата, я хочу Зубата, а у нас даже болов нет, а что будет, если мы кого-то офигенного найдем, у нас два ультрабола осталось. Что мы будем делать? Я не знаю. Ну чё, Кёгр, выходи, не знаю, поплавать может. Скупнуться? Ты грязный, давай, потный. Тебе нужно скупнуться, я это 100% знаю. А мы тебя тут подождем. Подождем его, ребята, немного. Там фосил, вот тут нужно запомнить, что там фосил. Потому что я тогда не смог его добыть, потому что, в принципе, у нас и факелов не было, чтобы поставить в земле и чтобы, ну, воздух как бы взять, да? Не было, поэтому мы его не забрали. Потом сделаем факел и заберем. Ладно, точнее, Кёгр не вышел, может, Грудон выйдет в Desert Hills? Вряд ли, верно. Так. О, что-то сокровищниц как-то дофига, ребят. В предыдущей серии мы их нашли вроде 2 или 3 штуки. Еще и сейчас мы одну нашли. Кстати, мы в Desert Hills, так что пока будем туда рыться, может, и Гроудон вылезет погулять. Может. Вот в том-то и дело, что с таким может шансом, что, наверное, проще не выйдет. Так, ладно. Вот это заберем. И еще 2 алмаза. Ребята, так, знаете, что мы нашли 10 алмазов только вот в этих сокровищницах, мы нашли 40 золота только вот в этих сокровищницах, да вылезьте, в принципе, очень много, то есть у нас есть практически, о, еще шайн, нифига себе, ух, а как мы его словим сейчас, кто-то знает,
Я нет. Вот на такие случаи нужно делать покеболы. И не один, не два, а 32. Нетбол. Нас нету. Два ультрабола с двух ультраболов 16 уровня мы фикс ловим. Вот такие маленькие уровни, как раз из КТ. О, не, ну словили. Ну ладно. Этот нормальный тропинч. Тропинч, ты нормальный. Вот этот был нормальный. То есть сразу же залез. Шани тропинч, класс. А если бы мы кого-то другого, например... Ну, Шайни Иви, допустим, да, Шайни Иви, то эта скотина бы 100% не залезла. Обычно не хочет залазить, а там Шайни, да? И что мы бы делали? Потому что, в принципе, Шайни Иви это не Шайни Зубат. То есть, Шайни Зубата можно и не словить, а вот Шайни Иви пропускать, если честно, вообще не хочется. Поэтому на Шайни Иви мы бы даже и мастербол использовали. Так, у нас мастербол уже столько лежит, а мы его даже не используем. О, лорбол, ларбол. А, потому что, в принципе, не на кого его использовать. Так, это можно выложить, но давайте это... Так, это заберем. Больше покеболов, в принципе, нет, это тоже выложим. Это выложим. А, там уже место нет. Ну ладно, нападай, так уж крутишься там. Так. Это выкинем. Быстренько это выкину, чтобы, в принципе, не мешало. И место было. Ты нам тоже нужен, камерап. В том смысле, ты такой более-менее нормальный уровень. То есть, тебя можно убить, и ты дашь нормально опыт. А еще деревня. Нам, кстати, и стейк выпал, да? Да. С кузницей, нифига себе. Еще сокровищница! Прямо тут, возле деревни. Охренеть, как много сокровищниц. Я не знаю. Ребята, это я спавню. Да, читер, да? Кто-то... А, прикиньте, кто-то может додумать. Сказать, Эдисон, так много деревень, потому что ты их спавнишь. Ну да, понятно. Да. Я их спавню. Конечно. А чё тут? Даже без сомнения, знаете, это 100% я их спавню. Джунгли, походу, это самый редкий биом. Ну, за исключением глиняного. Еще два алмаза, офигеть. Так, тут мы обутали. Тут забираем. Тут ничего. И тут еще жить. Так. Да, конечно, ребят, это я спам. Это все. Но нам нужно. Я только путешествую для того, чтобы найти джунгли. Или, например, ну фиг его знает. Или глиняный биом, потому что я хочу и багона словить, я хочу и метанга словить. Я хочу, в принципе, и джунгли найти, чтобы в джунглях тоже много кого найти. И плюс к тому. В джунглях еще и Мим может заспавниться, если, ну, посидеть, если, в принципе, захочет заспавниться, да? Опа. Чё-то легенды, ребят, я не знаю, они настолько, наверное, порезали... О, еще Шайни. Шакл. А Шакл у нас есть, класс, Диглет. А Диглет в земле? Или это он? Это он, походу. О, 102 уровень, ни хрена себе. Ладно, давайте на свамперта и быстренько его убьем. Вот так бы легенды бы спавнились, как ну, боссы, ладно, как, например, ну, хотя бы Шайни. Так, конфьюзер, диг, ладно. Опа, Сандайл эволюционирует. Сандайл эволюционирует, класс. Там, кстати, лечилочка выпала, нужно ее поднять, чтобы не забыть. Точнее, нужно запомнить, что нужно ее поднять. Я не знаю, ребят, я не знаю, кто мне пишет, Эдисон, иди, пожалуйста, слови какого-то легендарного покемона, или иди на охоту за легендарными покемонами. Ребят, это не я решаю. Я хоть и сейчас хожу и пытаюсь словить какого-то легендарного покемона, но это, знаете, как-то... Еще сокровищница, охренеть просто. Ну это, знаете, ребят, это как-то не от меня, что ли, зависит. То есть заспавнится легендарный покемон, это, конечно, охрененно, потому что это легендарный покемон, но... Что я могу сделать, например, сейчас? То есть, если он не спавнится, что я могу сделать? Вот видите, только пустыни. За эти пустыни уже должно было быть... Ну, заспавнится хрен его знает сколько... Ну, Грудона, да? Ну, может быть заспавнилось хрен его знает сколько. Так, ну, в этой сокровищнице ничего такого. Ладно. Опа, еще там Басяндра. Это кто? Кто? Нумел. А, вот он, я его вижу.
Бум-бум-бум, так, крокурок. Уже крокурок, уже не сандайл, уже крокурок. Да ты чё, издеваешься? Вот. Что-то я хотел... А, вот. Забыл, да, что сказать. Дайте нам кто-то экспешер. Офигеть. У нас за столько... Просто в одной серии мы убиваем столько боссов, что это с ума сойти. Столько боссов, что это с ума сойти. Если, например, даже... По 5 боссов или, например, 2-3 босса в одной серии. Допустим, минимум, да? То это просто охренеть. Нам уже должно было выпасть нормальное количество. То есть, боссы в предыдущем сезоне, в предыдущих версиях, там практически с каждого там 10-15 босса выпадал экспешер. А тут у нас только один экспешер, и то еле он выпал, можно и так сказать. Так, что бы еще можно положить? Вроде больше ничего не остается, а мы все подняли, да. Нужно сейчас будет домой пойти быстренько выложить вот это все. В какую... Нет, не вот ту, а вот туда. Полетим мы вверх. Не, ну смотрите, там что еще был? Нет, это вот сокровищница, да. То есть мы, в принципе, и качаемся, и летаем, и путешествуем, ищем что-то новое. И, ну, не скажу, что ловим покемонов, но хотя мы словили Шайни Тропинча тоже там. Кюогр, Кюогр, выходи-ка погулять. Давайте, ребята. Кюогр. Я промолчу, то есть мы нашли грибной биом быстрее, чем мы нашли джунгли. Идите, скажите это тому, кто играет еще до сих пор в Майнкрафт 1.5.2 или там 1.6.4. Скажите ему то, что мы нашли грибной биом быстрее, чем мы нашли джунгли. Ну, конечно, он поверит, то есть. Что такое, да, найти быстрее грибной биом, чем найти джунгли? Это стандартная ситуация. Что это такое, да? Офигеть, ну а если просто так подумать, то ни хрена себе, мы нашли грибной биом быстрее, чем мы нашли какие-то, ну не какие-то, ладно, чем мы нашли биом джунглей. Охренеть просто. Ладно, я уже молчу, например, о вот этом... глиняным биоме, да, потому что в предыдущем сезоне мы тоже быстрее нашли вот этот грибной биом, чем глиняный биом. Попадем? Офигеть. Но все же, то есть, офигеть, ребята. Быстрее найти грибной биом, чем найти джунгли, это просто с ума сойти. Так, что там выпало, что я не поднял? Ага, вижу. Я не знаю, что же даже выкидывать, у нас много вещей, ну, в смысле. Давайте покушаем, что можно покушать. И уже места, если честно, даже нету. Выкинуть, ну давайте, в принципе, вот это выкинем. 1, 2, 3, это поставим. Да, нормально. Так, тут уже заполнено, полетели куда-то, нет, в ту сторону. Куда-то выше, да? Опа, через зердушка, привет. Дратини или Риолу давайте в данный момент. Ага, а что самое крутое, прикиньте, ребята, сейчас просто Хитмон топ боссик. Сейчас просто, знаете, представьте такую ситуацию. Хренак спавнится Риолу, а у нас один ультрабол. Это круто будет. Это настолько круто будет, что мы ее даже, наверное, мы ее не словим, но мастербол использовать, это хоть, ну, в принципе, даже если это Риола, то мастербол на нее использовать как-то, я не знаю, не очень хочется. Ну, в принципе, можно, потому что это все-таки Лаки! И Флаффи эволюционирует, что самое главное, Эмфор вообще будет. Лаки Эдж нам, ребята, выпал. Лучше бы, конечно, Экспешер, потому что Экспешер, можно сказать, нужнее, но... Но все же, да? Тоже нормально. Хитмон топ, да. Ну, Хитмон топа я, в принципе, пока что не хочу ловить, то есть. Фу, так, ладно. Ну, давайте наш Чарльзар. Там еще босс. Голбат. Он в земле. Ну да, Голбат, в принципе, в земле. Я опять не туда лечу, нужно в эту сторону лететь. В принципе, ночью не скажу, что... О, еще деревни. Охренеть, ребят, две не... Ну, то, что мы путешествуем, сколько деревень, сколько вот этих сокровищ мы нашли. Но тут нет, да, тут нету кузницы, поэтому полетели дальше.
тут ее нету. Босс. Execute. Это 5 супер тайга. Или это обычная? Так, тут нужно было бы аккуратнее, а то я чуть на дерево не упал. А там бы, в принципе, разбился. Потому что я рассчитывал на землю, да, там как раз где-то бы назло было бы в листва, и мы бы на листву хренакнулись. Так. Класс, и еще раз. Вот. Я не знаю, что выкидывать. Это, давайте, вот это, давайте, вот это, давайте. Ага, ну тут уже у нас, видите, у нас уже, в принципе, даже это стакается. Стакает, то есть, ну, много вещей, что уже даже стакаются. Мега тайга, не супер тайга. Почему я супер тайга назвал? Это же мега тайга. А, в принципе, пофиг. Супер, пупер, гипер, мега тайга какая-то. Так, ладно. Я помню, в предыдущем сезоне мы мега тайгу вообще практически не скоро нашли. То есть реально мы ее не скоро нашли. Я вообще даже не знал, что какой-то такой биом есть. Но, в принципе, мы ее нашли по случайности, потому что я искал глиняный биом. А тут мы нашли уже... Это вторая или третья мега тайга. Мы нашли уже грибной биом. Мы нашли уже второй зимний биом. Вот видите сейчас, вот. Второй зимний биом. Но мы не нашли... Мы не нашли джунгли, мы не нашли глиняный биом. А может методом тыка, ребята? 9000 ла-ла-ла, 105, допустим, чтобы не застрять в стене, и там минус 6000. Вот. Метод тыка, ребята. Нет, ну да ладно, чё такого, дальше. Потому что я уже запарился, честное слово. И чё, и где мы? Да пофиг. Вот. Да, даже вот такие координаты. Ну и что? Ладно. Зараза. Ну, метод тыка. А вот таким методом тыка, в принципе, можно, наверное, и легенду как-то заспамить. Ну, вряд ли, конечно, но все же. В принципе, то, что, знаете, мы тпхаемся, прогружается, может, вдруг заспамится кто-то. Я уже так запарился искать, что вы себе не представляете. Сколько серий, просто подумайте, ребят, сколько серий мы уже ищем, хренищем, что-то никак не можем найти. Ну, в смысле, не джунгли, не что-то другое. Ну, допустим, 14 ла-ла-ла. Ну, в смысле, 1400. Это что? Это лес, да? Ну, допустим, вот. Немного полетали, немного потыкаем, да? Ладно, не хочешь так, как хочешь. Допустим, вот так. Просто я так помню, вроде в предыдущем сезоне, что ли. Я вот так... А, нет, тут мы уже были. Я вот так тыкал, и случайно наткнулся на глиняный биом, но это уже после того, как мы первый нашли глиняный биом. Но все же я случайно наткнулся на еще один. Так что, вдруг, что-то мы найдем. Так, сокровищницы нету? Вроде нету. Ух, у меня уже идеи кончились, что можно написать. Ну, допустим, ла-ла-ла. Я уже настолько, наверное, отчаялся, тоже в том смысле, что я уже вот тыком пытаюсь найти какой-то биом. Вот, 15 тысяч, точнее, минус 15 тысяч. Ну, тут тоже ни хрена нету. Это, походу, весь материк этими пустынями забит. А вот тут, например, минус 20 тысяч. Давайте, минус 10 тысяч сначала. 100. Давайте, 100 и ла-ла-ла. Вот так, допустим. Нихрена себе, мы на деревню наткнулись. Большущую, в принципе. Так, ладно. Уже бы не деревня, а джунгли, было бы вообще классно, но... Тоже что-то, да? Так. Опа, опять вот это, алмазик. Больше, в принципе, нам ничего не нужно. Хренакс, 6000. Ну давай, пожалуй, ребята, давайте вместе, давайте постараемся найти. Ну давайте прям очень об этом подумаем. Если материальные, да, то есть,
Ну, пожалуйста, ну давайте, вот сейчас мы найдем глиняный биом. Или джунгли. Вот прям сейчас. Ага, да. Размечтался Эдисон, да? Ну ладно, давайте. Ой, чё-то я вообще хотел. Вот так. Не нашли? Ладно, сейчас еще поищем. Не нашли. Ай. Ладно. Пожалуйста, хоть что-то. Мы уже 35-й зимний биом находим, но не находим то, что нам нужно. Это что? Это поле. Это поле. Поле нам не нужно, если честно. Вот так, допустим. Это вообще где-то посередине океана. Вот так, допустим. Не, ребят, это уже бред, честное слово. Сколько просто... А, тут мы уже даже и были. Сколько можно искать? Лугия. Тут мы уже были. Я даже не знаю, ребята. Это или версия баганая. Может, там, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Выжили там какая-то новая версия? Может, даже уже нереально, чтобы вот так легенды не спавнили. Вы, наверное, там раз 100 спаун, наверное, их порезали, потому что вообще нереально кого-то найти. Понимаю, что в этом добавили несколько новых биомов, да? И, в принципе, наверное, 100% вы порезали там какой-то шанс их спавнить. Не биомов, а легенд. Почему я что-то уже сплю, наверное? Вы добавили там новых легенд, и поэтому нужно было, в принципе, для всех других легенд тоже порезать спаун, чтобы меньше они спавнились, потому что вы добавили новых легенд. Но это уже прям слишком, если честно. То есть вообще никто не спавнится. Хоть мы уже летаем, и ищем, и тпхаемся, и хрен его знает. Вот. Пустыня, где-то середина пустыни. Тут что? А что самое главное, я даже не знаю, где вообще, какой биом находится. Знаете, ребята, мы, наверное, сделаем так, как в предыдущем сезоне. Ух, ни хрена себе там высота была, что чуть не умерли. Не умерли. Ребят, мы, наверное, сделаем так, как в предыдущем сезоне. Я просто дам вам сит, а вы мне поможете, кто будет хотеть найти какой-то биом. Потому что это бред. О, фу, опять чуть не умер. Ладно, тогда нужно реально 100 писать. Вот. Охренеть. Я уже запарился, честно, я уже настолько запарился. А как вы запарились? А с легенд вообще, ну просто я не знаю. Допустим, давайте еще сюда тпхаемся. И я уже, честно, мне это уже надоело. И я думаю, что вам это тоже 100% уже надоело. Поэтому, наверное, пока что мы не будем летать, искать, потому что... Ну, во-первых, это долго. Во-вторых, это скучно. А в-третьих, это реально долго и... Что самое главное, мы ни хрена не находим. Ладно, если бы мы что-то нашли, например, столько бы мы летали, да, нашли там хотя бы глиняный биом. Ладно, потом еще немного полетали, нашли хотя бы там джунгли. Может, потом еще что-то нашли. Но самый прикол в том, что мы даже мало того, что биом не находим, так даже еще никто не спавнится. То есть, это уже просто охренеть, если честно. В такое время в предыдущем сезоне бы уже Кьюграф штук 300 заспавнилось, если не больше. Но сейчас это просто с ума сойти. Ладно, ребята, знаете тогда что? А вот тут. Знаете тогда что, ребята? Наверное, я просто потом сяду и уже дострою вот этот музей, чтобы добавлять новых людей в него. Потому что, знаете, новых покемонов, можно сказать, мы уже нормально так половили. То есть, если честно, у нас уже их достаточно, чтобы, ну, добавить в музей, да? А где там Sunflower Plains? Это что так? А, нет, это не Sunflower Plains. То есть, знаете, биомов у нас уже куча, чтобы... Каких биомов? Почему биомы? Знаете, просто биомы мне уже запудрили мозги, и я уже хочу какой-то биом найти, но, как видите, не находим.
Тоже знаете, мы уже, в принципе, и несколько покемонов новых словил еще в деревне. Мы несколько покемонов, покемонов, нету кузницы, новых словили. То, что, в принципе, уже их можно добавить в музей. Но не то, что в музее нету места. Как... Нету куда ставить, нету места, куда ставить вот эти статуи, потому что уже, в принципе, закончилось место, куда их ставить. И нужно ставить ну, на какой-то другой... Как это можно сказать? Нужно другие этажи сделать, да, чтобы была возможность их куда-то ставить. Ладно, иди ты в жопу, вот это путешествие, нежданное путешествие, да, там пустошь, пустошь Кьогра. Битва пяти ублюдков, которые не спавнятся, или скольких там ублюдков. Фух. Ладно, ребята, знаете что? Давайте немного планы объявим. Нужно достроить дом, то есть... Сейчас. Во-первых, не дом. Во-первых, давайте вот это... Сначала выложим, а потом объявим, какие планы нужно, что поменять. Так, ладно, ща. Ресурсы. Ресурсы 1, 2. Вот так, замечательно, вот так, замечательно. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Сюда. Это и вот это и вот это. Так, тут еще куча вещей. Это и вот так. Сейчас, ребят, мы это быстренько сейчас вот это все рассортируем, что куда нужно поставить. Так, это еще сюда. Это еще сюда. Это тоже. Это тоже. Вот так. Угу. И еще вот это, да? Так. Так, так. И вот так. Вроде все, да? И вот еще немного ресурсов. Нифига себе, там боссов заспавилось. Офигеть, у нас алмазиков нормально, если честно. Фух, кто это вот? Пулевак Старавия. Ой, нихрена. Я и забыл, что у нас вот это, если честно. Так, ладно, давайте сначала Старавию попытаемся. Ты где? Вот ты тут. Опа! Ладно, не докинули. Иди ты сюда. Ладно, давайте Буливага тогда. Вот, Крокунав, через Абду еще один уровень. Ладно. То есть нужно уже ему тоже прокачать уровень. Да почему ты меняешься, да ты зараза, а? И еще раз. Класс. Так, ладно, и еще один... Да ты твою ж, чуть не профукали. Покехил. А где ты, зараза летучая? Стараю я. А где ты? Ты чё, к нам в дом за... не нужно? А ты охренела? Ты охренела к нам в дом заходить? А, Эмфорос 30-й, давайте его, в принципе, к 35-му прокачаем. Да твою мать, я... Вот. Опять ни хрена путевого не выпало. Вот, знаете, вот поэтому и без магазинов немного хреново играть. Потому что у тебя куча ненужных вещей, которые, в принципе, тебе действительно тупо не нужны. Вот, сейчас, смотрите, ребята. У нас, просто посмотрите на вот это количество шапок. И с них, сколько тут шапок? Мы ни одну с них не используем. И ни одна с них нам не пригодится, кроме вот этой, например. Покемонам, где счастье нужно прокачивать. Все. Лечилки мы не используем. А посмотрите, сколько их тут. Даже вот эти все камни-эволюции мы не используем. Посмотрите, сколько их тут. То есть это жопа. Без магазинов куча вещей, которые нам не нужны. Куча вещей, которые нам нужны, но мы их не можем достать. Ах, ладно, что я еще хотел? Так, ладно, ну давайте небольшие планы. Нам нужно сделать еще плюс к тому покеболы, чтобы можно было охотиться на покемонов, потому что как-никак мы словили тропинчи, а получилось словить, но в остальных может так не получится. Во-вторых, нам нужно достроить дом. А, вот что я хотел еще сделать. Так, давайте сначала я попробую вот так, допустим. Как там делает? Я не помню, ща я посмотрю, так ли это делается. Да. Фу.
Ну его я не знаю куда поставить на данный момент. Ну давайте пока что сюда. Вот. Но я не знаю, как это все делается. То есть это... О, вот, точно, тут можно посмотреть, мне же сказали. Вот это даже можно сделать, например. Лампа, вот лампа. Я хочу лампу, ребята. А давайте этим займемся в следующей серии. Обустроим дом. Всякой хренью. Да ты ж двоюж. Так, лампа, а диванчик? А диванчик как делается? Стул я вижу. Вот, ну, в принципе, понятно, шерсти, нужна шерсть. А тут куча всего, смотрите. Баррел. Давайте его сделаем, если получится. Например. Ну, это так не делается, да? Ну, например, вот так, да? Я просто хочу посмотреть, как прикольно будет выглядеть. Например, возле деревья, то есть, да, вот. А заполнить... А, это типа сундук. А-ха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 . Смотрите, ребята, что мы сейчас сделаем. То есть, здесь у нас, да, например, мы будем это ставить... ну, где бы определить? Например... Вот. Яблоки, которые мы собираем, чтобы не таскать домой, не таскать еще где-либо, чтобы, в принципе, и место у нас было, да? То есть мы... Да что ты не даешь мне пройти? То есть мы их вот собираем, ходим, ла-ла-ла-ла-ла, и потом складываем в нашу бочечку. То есть это специально, знаете, для урожая. То есть собрали, сложили. Также сделаем для слив, также сделаем для груш, также сделаем для вишен, вишни, но это уже потом, вот. И все, и тут у нас есть ресурсы. Класс. Или нет. Или знаете что? Или просто это все мы будем собирать и бочечки поставим вот тут. По углам где-то. Чтобы, знаете, то есть все хранилось вместе. Вот. Это сюда сложим. И то есть все, тут у нас ресурсы будут храниться. Класс. Это мы сделали. Нам нужно обустроить наш дом, то есть сделать мебель. Это во-вторых, а в-третьих, я потом дострою музей, чтобы еще было место для вас. То есть, ребята, вы продолжаете комментировать, потому что каждый комментарий я вас записываю. И чем больше комментариев вы оставили, тем больше шансов то, что вы попадете в музей. Так, ребята, давайте уже на этом заканчивать. То есть, я не знаю, наверное, в следующих сериях мы путешествовать не будем, потому что... Это, если честно, никаких результатов не придает. Просто посмотрите на вот эту хренову тучу путей, где мы все были, и мы вообще ни хрена ничего не нашли. Плюс к тому даже никакая легенда не заспавилась. Я даже не знаю, ребята. В следующих... А давайте почему в следующих? А давайте вот сейчас зайдите в описание и посмотрите сид. Кто имеет желание найти джунгли... Добро пожаловать. Поищите, оставите комментарий с координатами джунглей на вот этом мире. Буду вам только благодарен. Если найдете глиняный биом, еще лучше, буду благодарен. Если найдете зимний биом с шипами, да, то есть как зимний биом, только с шипами вот этими ледяными, тоже буду благодарен. Да и, в принципе, все, больше никаких биомов нету, которые нам нужны, и, в принципе, их вообще, походу, нету. А поэтому, ребят, давайте уже на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.